памяти героев павших, в честь героев на передовой. На аллее памяти у Троицкого собора собрались представители Щелковского благочиния, ученики Алексеевской православной гимназии, а также общественники и ветераны. А сегодня мы собрались по случаю посадки аллеи, каштановой аллеи. Здесь еще нет ни одного деревца каштановой аллеи. Это дерево красивое весной, оно самое первое расцветает. И что интересно, оно дает плоды свои. И это будет большая память и поддержка вам, молодое поколение. Мы находимся в таком месте очень важном. Рядом с Троицким собором здесь находится Вечный огонь, где проходят всегда памятные мероприятия. Среди собравшихся мать героя России майора Андрея Савгиренко, трагически погибшего в Чечне. Погиб в Чечне, спасая других. Спас 3 вертолета, много людей, а сам погиб. Очевидно, судьба такая у него. Ну что поделаешь. Спасибо, конечно, большое вам за память о сыне. Наши герои сражались и продолжают сражаться, отдавая долг Родине, не предав присягу. Это не просто слова для подрастающего поколения. Слушая имена павших героев, глядя на их родных, важный урок усвоили они. Герои не умирают, пока жива память о них. Родина – это понятие, оно близкое нам всем. Это и доска в заборе, которую я иду и помню ее, и дерево, которое есть, вот, посажено мной там, или родными какими. Ну, просто выразить чувство к родине. Если нет любви к родине, то не будет любви ни к своим близким, ни к самому себе. Почтить память павших в локальных конфликтах и увековечить ее, посадив каштановые деревья, это, несомненно, символично. Дерево есть жизнь, а именно во имя мирной жизни на земле отдали свои наши герои. Вечная память и почет. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.